Нормально. Всем привет, есть звук, видео, экран. Все работает, да? Ну, тогда начинаем тренировку. Эхо есть? Сейчас наушники одену. Так, нет эхо, да? Значит, разберем ваши раздачи, которые выложили. Интересные раздачи. Я там посмотрел. Если у кого-то еще есть раздачи, можете еще сейчас выложить. Если у кого-то какие-то вопросы будут, то задавайте, участвуйте активно в тренировке. Значит, первая раздача. NL16, Poker Stars. У нас карманные девятки. Мы на батоне колируем против УТГ. Значит, какие вопросы? Хиро пишет, что оп рех, можно против среднего, то есть разберем флопзили, да, диапазон против диапазона, эту раздачу. Пишет, что оп вполне агрессивный, и Хиро ее разобрал против спектра на спектр, да. Вот, но я бы не сказал, что он агрессивный, оппонент у него конбет без позиции 47, 53. 67, скорее, это обычный, ну, солидный таг, то есть обычный регуляр нашего лимита, поэтому здесь отклонений никаких не будет. Значит, раздача. Так, нету проблем со звуком, да, с видео, все нормально. Борт выходит низкий. И флоп терн, мы колируем духом до ривера, на ривере выходит туз. Получается, здесь Хиро провел такие расчеты, что интересно получается. Что вот возникает вопрос, да? Получается, что он здесь защищает 80% своего спектра на терне. И при этом 80% спектра у него получается фолд на ривере, да? И как бы почему так получается? И он спрашивает, и как бы конкретный вопрос. По риверу, если кол по риверу, он пришел к тому, что восьмерки и вольты он может с червой блокер на флеш колировать. Так, ну я эту раздачу посмотрел, могу сказать, если Хиро не участвует в тренировке, да? Он сказал, что записи будет смотреть. Так, что до ривера он разобрал правильно. Ну, на ривере, кстати, расчеты были правильные тоже, но он пришел к неправильному выводу. Вот. И почему так? Ну, вообще интересная раздача тоже. Запущено сейчас фубзиво быстренько. Извините за задержку. Были технические проблемы. Так, диапазон открытия с УТГ. УТГ. 16% туда. Ну, конечно, удивляет то, что Хиро играет на NL16, уже пользуется
FobZero, причем не разбирается, как бы, как я понимаю. И странно, что он играет на таком лимите. У меня, допустим, много там, товарищей, как бы, и друзей, которые играют там NL 150 в плюс, и они там FobZero в глаза не видели, и причем успешно играют и нормально выиграют. То есть буду надеяться, что Хира по-быстренькому поднимется по лимитам. Значит, забьем его кол против УТГ. 6,5%. Ну, адекватный кол. Мне нравится. Так, немного подтормаживает. Аэро тему отключу. Подключаем ходек. Значит, как мы разбираем раздачу? Сначала мы строим диапазон защиты наша, а потом строим комбэт. По такой системе. Так, флоп 2-2-6, кажется, да? Да. Значит, а что мы защищаем на таком флопе? Берем все фильтры. Ну, защищаться мы можем достаточно широко, потому что он... у нас будет достаточно эквити для продолжения. То есть, оп ставит конбет полпота. Нам для кола нужно 25%. В колпота, и мы можем на 25% эквити, в принципе, со всем диапазоном будет почти. Ну, мы, конечно, весь диапазон не будем защищать, в принципе, хватит где-то процентов там 60. Так, значит, фулхаусы мы защищаем, оверпары. Оверпары все. Просто поставим. Топ-пар у нас нету, пятерки мы не защищаем. Флэш-дро на флопе защищаем все. Потом двукаточные бэкдоры. Тузы защищаем. Это туз, дама туз 10 червовая. В принципе, еще мы можем даже эйс хать еще. Тузы так, половину поставим с черва. С крестья будет. Ну, с крестья, наверное, с черва. Ну и вышло 60%. Так, этого достаточно. И теперь строим матрицу. Видели, сколько он стоит. И строим диапазон конбета. У данного оппонента конбет получается 47% без позиции. Это нормально. Что у нас будет в конбете? Вот, вопрос, да? Так, здесь вопрос в чат, да? Вот, семерки, вот, когда мы в УТГ, да? Видите, что вот семерки, восьмерки, то есть кто присутствует на тренировке, да,
и играет там. Это тренировка для микролимитов, я так понимаю, большинство участников здесь с микролимитов. То есть ставим ли мы конбет с семерками, восьмерками, и какая здесь у нас, и если да, то какая причина для ставки? Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас.